Вывести строительные организации на чистую воду. Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины объявил тендер на приобретение аппаратов для анализа дорожного покрытия. Такое оборудование будет стоить больше 3,5 миллионов гривен. По словам директора института Юрия Чердынцева, исследовательская лаборатория позволит исследовать любые асфальтобетонные смеси. Все это нужно для того, чтобы определить качество дорожного покрытия и показать, где дорога сделана правильно, а где подрядчики пытались сэкономить на стоимости ингредиентов. Оборудование сможет отделять от бетона составные части, как щебень, песок, цемент, что и подтвердит их качество и происхождение. Например, узнать, где взяли щебень для строительства или из которого карьера привезли песок. Несмотря на амбициозные планы, необходимой суммы на подобное оборудование пока нет. Институт планирует вкладывать собственные средства и надеется на помощь министерства. Тем не менее, создать лабораторию нацеливаются до конца этого года.